лучше. Чтобы вообще сильнее. Так, нет. А вы это что? Мальчика уходит. Все, встаем. Надо сестер поторопить, что-то долго. Тело надо мной, рука твоя свежесть, свежа, как ведь засуху. Но я открыл тебе грех мой, не сбил беззаконие моего, я сказал из моей руки, и ты снял с меня греха моего, зато помолю тебе, когда праздник благоприятный, и тогда развитие многих Бог не постигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они повиновались тебе. Много скорби нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь, праведные, торжествуйте все правы и сердцем. Господу помолимся. Благословен ты, Господи, Божий Вседержитель, источник благ со солнца правды. Ты через явление Твоего народа Сына и Бога нашего озарил светом спасения, находящегося во тьме, и даровал нам недостойным блаженное ощущение в святой воде и божественное освящение в животворящем помазании. Ты благоволил и ныне возродить водою духа нового просвященного раба Твоего Ездру и даровал ему прощение вольных и невольных грехов. Ты сам милосердный Владыка Вседержитель, даруй ему печать дара Твоего святаго всесильно достойного поклонения Духа и удостой причащения святаго тела и драгоценной крови Христа Твоего. Сохрани Твоего раба в Твоем освящении и утверди правоса на вере, избавь от лукавого и от всех его замыслов и Твоим спасительным страхом. Сохрани в чистоте и истине его душу, чтобы он всяким делом и словом с любовью служил Тебе и был сыном и наследником Твоего небесного царства. Ибо Ты Бог наш, Бог милующий, спасающий, славу посылаем Отцу, Сыну и Святому Духу на непрестанно и во веки веков. Дары Духа Святаго. От я еще не. Печать дары Духа Святаго. 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 Печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго.
это все. Ничего, не давай, так стоп. Ничего, не стирай нигде это, не задевайте. Нет. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти укрестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Премудрость проси, услышим святаго Евангелия. Мир всем. Один из учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И прибыл Иисус, Иисус сказал им: да нам есть всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь. Господи, слава Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи, даруй нам святого крещения, прощения грехов. Рабу Твоему есть древо, возродишь его для новой жизни Ты сам. По Своему благоволению непрестанно озаряй светом Твоего лица и его сердце, и сохрани щит его веры непосрамленным от врагами, береги неоскверненной и чистой одежду бессмертием, которую он облегся, и сохраняя свою благодать и поврежденной в нем духовную печать. Будь по множеству Твоей щедрот милости к нему и к нам, ибо благословенно и прославлено все святое и величественное имя Твое Отца, Сына и Святаго Духа, ныне приисти и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Подающий через купель небесное сияние крещаемым, Ты возродил водой и духом, но просвещенно раба Твоей ездры дарвал ему прощение вольных и невольных согрешений.
Ты сам же возложи на него твою могущественную руку и храни его силу и твою благодати, и сохраняй нерасхищенную его обручению, достоя его с любовью служить тебе и достигнуть вечной жизни, ибо ты освящение наше, тебе славу высылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Мир всем духами твоему. Лови ваши, Господи, вы преклоните. С тобою, Господи, вместе с нами преклонил свою главу, облечься в Тебя, Христа и Бога нашего, сохранишь Его прибыть непобедимым, подвижником против напрасно враждующихся. С Ним же и с нами увенча всех нас своим бессмертием, яви победителями до самого конца, ибо в Твоей власти миловать и спасать. А мы высылаем Тебе славу Твоим изначальным Отцом, Пресвятым Богим, настоящим Ты Духом, и непрестанно во веки веков. Аминь. Оправдался именем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи Боже наш, почтивший своим образом человека, Ты составил его из разумной души и прекрасного тела, так что тело служит разумной душе. Ты укрепил наверху его голову сосредоточенным множество чувств, не препятствующие друг другу, и покрыл ее волосами, чтобы не вредила ей перемена воздуха. Ты, соответственно, нужным расположил его члены так, чтобы всеми ими он прославлял Тебя, искусного художника. Ты сам владыка. Заповедуешь нам через Твоего избранного сосуда апостола Павла все делать во славу Твою, благослови Твоего раба Ездру, пришедшего принять начальное пострижение волос своей головы. Благослови его, восприемников, и дай им всегда поучаствовать Твоему закону и совершать угодно Тебе, ибо Ты милый человек, любивый Бог, и Тебе славу высылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Всем благослови ваши, Господи, и преклоните, Господи Боже наш, Ты по своей благости святишь, положи печально попали верующих Тебя, Ты сам благослови и этого новопросвященного раба Твоего, и да сойдет на его голову Твое благословение, и как Ты благословил через пророка Самуила Давида, царя, так благослови рукой меня грешного, голову раба Твоего, Ездри, пребывай в нем Твоим Святым Духом, чтобы он преуспевал в возрастании до глубокой старости, воссяла Тебе славу, созерцая во все дни жизни блага небесного Иерусалима, ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Раб Божий Ездра. Во имя Отца и Сына. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о новопросвященном рабе Божьем Ездре, чтобы сохраниться ему во все дни жизни, в вере православной, исповедной во всяком благом чести и в исполнении Христовых заповедей. Еще молимся и о рабех Божьих Светлане, о Марине, о Полинарии, Анастасии, Ездре, и чтобы сохраниться им во все дни жизни и православное исповедание во всем благочестии и исполнении Христовых заповедей. Господи, и еще молимся в день Божьей милости, мира, жизни, здравия, спасения, прощения, оставления грехов рабом Божьим, всем здесь предстоящим и молящимся, и о всем заповедавшим недостойно молитесь о них, и же всем даровайтесь душевного спасения, телесного здравия, молимся, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи,
Боже наш, будь милости новопросвященным рабом Твоим, Ездре, Светлане, Марине, Анастасии, Аполлинарии. Сохрани, спаси и прослави их Твоей божественной силой. Не оставь нас, надеюсь на Тебя, ибо Ты милостивый, любимый Бог, и Тебе мы воссылаем славу Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвенцы, чистые, за Матери, Святой Славной, Святой Славной Апостолов, преподобный Богоносных Отец наших, Святой Праздник Бога Отец, Акиман и всех святых, помилуй Ты, спаси от нас всякого блага, человека, любви. Аминь. Подожди, Господи, мир на житие, здравие, во всем благое поспешение новопросвященным рабом Твоим Ездре, Анастасии, Марине, Аполлинарии, Светлане и всем здесь предстоящим и молящимся, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Кепки-то надо снять, наверное. Сейчас петь будет. В карман засунь. Толик, возьмешь, Алеша. Новокрещенные в храм идите. Догоняйте.
Ножка, отстань. Что, не хватает там еще, нет? Не хватает. Еще кто-нибудь один? Сколько? Четверо? Еще не хватает? Все, хватит. Трое. Трое. Вот смотрите, какое дерево. Да. Он старше меня, конечно. Ему лет под 100. Ну вот, возвращаемся с крещения. Сегодня у нас 8 июля 2018 года. Сейчас вот брат и сестры подходят для причастия тела и крови Господней. Бабушка Серафима ухватила за крест и идет. Я читаю молитву и про себя повторяю: верую, Господи, исповедую, яко Ты и воистину Христос, Сын Бога живой, причинный мир грешно спасти, от них же первый есть мать. Ищи верую, ко сей самое пречистое тело, это самая честная кровь, а молюсь обо Тебе. Помилуй меня и прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, за словом, я же делом, я же обедение и неведение. И
исподобие неосужденно причаститься при чистых Твоих таинств, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайна, не Сыне Божий, причастником я прими, не по врагом Твоим тайным повес. Не лобзанье Тебе дам я, Каиуда, но по разводник исповедуй Тебя, помяни имя Господи во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет не причащение при чистых Твоих таинств, новое исцеление души и тела. Аминь. Всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления,
состав утвердись, косми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху твоему, присно покры. Соблюди же, сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и омый, украси мя, удобри, разуми, просвети мя, покажи мя твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да яко твоего дому входом причащения, яко в дня меня лежит всяк злодей, всяк остров, молитвенники тебе приношу вся святые, чиноначальник же бесплодный, притечу твоего, премудрые апостолы, сим же твою несмертную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней, прими Христе мой, и сыном света содела твоего служителя, ты бы и все священие, единый наши, блажи души светлость, и тебе лепоподобно, каком Богу владыцы, славу всего славим на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш.